Какой-то медведь прибежал, хребет меня укусил. Это нахуй, Роми, блять. А что легко, как заломал проносит? Там короче вот этот, который босс первый, с которого тапки падают. Какой-то медведь, типа, он медведь превращается. Так на этом медведе надо, чтобы ДКшник стоял. Там просто в момент переключения надо, чтобы... Не знаю, но... Нет, там именно у нас стоял ДК на именно этом чуваке, а медведь, танчик. Тут именно за хил нужен ДПС, все. Тут именно упор идет именно на ДПС. Я знаю, у кого есть этот масс-рес, подойдите, там скастуйте масс-рес, там можно поднять из стальной. Тыкайте на кого, сумму тоже давайте, просыпаемся, ребят. Там через ближнего второго можно вытащить. Так крестность бы уже смогли. Смоньте, тыкайте. Саня. Хочешь, я кину сейчас этот топор? Я тебе, блядь, потом кину через плечо, нахуй. Вот чудан, дай, блядь, Ромик 20 гп за мацу. Можно. Что? Он в чат написал. Да полностью. Там Рома, Роме такой пиздюк, что ему сейчас можно было. Один косарь, да. Да ему хоть 5 косарей, не знаю, у него лечишка есть. Да хуй там плава поклялись. Все, поехали нахуй. Я въезжаю нахуй. Моба обычно тянет ДК, а Скифон на него по КД корнит, чтобы он не убежал. Ну, видишь, он въебывает и зовет банду. Сейчас он... Че вы не закинули? Ну, вам что, делать нехуй вообще? Чего вы не творите? Бля, там еще подслушают кто-то. Мы подставили подглядывать, а он подслушает, а? Да, ебать, что вы творите, ебать? Нахуй вы время свое тратите? Пустую. Честер, нах, обучающий процесс. Это первый класс, Золоман. Успокойся. Я опять ПВЕ бью, а? Честер, мы уже на лазь. На лазь? Мы же его убили нахуй. За 3 часа дошли до вас. Ой, блядь, а что тебе как бежать? А с кем ты там ходил, Честер? Подожди, стой. Тут твой трубачек в озеро заебал, блядь. Тебе треш бьют, он сидит трубачек. Какие-то окна. Ты вообще в рейд зал, блядь. Вообще мы в рейде 2 часа на самом деле. Да, я уж ходил, пошел с подругами погулял, буханул с ними, пообнимался, блядь, пришел сюда, вы еще до сих пор, блядь, заломали, нахуй. Сейчас ты уже за 3 к нам в Дискорд зашел, что ты там летишь? Ты в принципе не должен был вернуться до утра. Нет, по жизни без тобой. Окей, ты свой базар хочешь. Что-то не обижайся, братан. Стопай, Войд, вернись назад. Смотри, видишь, в здании бегает сейчас один чувак. Вот это стукач, а ты вон допиз первым, сука. Банду позвал, шлепок. Это Честер, блядь. Это удержал. Я же вам говорю, Честер пиздобол. Короче, нам в идеале нужен тут ДК, который... Я, короче, если сейчас, когда пойду гулять, я буду просто на селфи делать, именно фотки. И просто вам выкладываю в Дискорд, чтобы вы, блядь, не говорили, что они пиздобол. Нахуй не пиздобол вообще. Просто. Хорошо, договорили. Агрите, ребята, дайте время на агро. Не сагриваем трэш, хилы потеем. Слушай, Честер, мы думаем на самом деле, что ты втихаря еще и не бухар. Я предлагаю... Ладно, хорошо, я бухарь, ну, блядь, я не пиздобол. Да ты сейчас не бухой, ты косишь под бухого. Честно, это я тебе говорю, что ты пиздобол.
Он просто под каниной, так что Роме тоже, блин, сегодня. Если я был под каниной либо чем-то, тут уже было бы все мертвое. А не ты под каниной, тот, кто тебя обвиняет. Хорошо, я предусов не делать, просто кидать дискорд отвечаю. Короче, чтобы здесь вот такого не было, нам ДК в любом случае надо. В принципе, после сундуков можно никуда не спешить. Да. А вы же сундук это делать, бич? А мы их три забрали, четвертый не успели. Из-за трэша. У меня, видишь, он там скрин есть в дискорде. Просто забагался трэш. Мы все делали четко. На самом деле Войт он пиздобол, потому что даже закрыли 4 сундука. Ёба, мы вообще просто. Тут, короче, шем выпал. Я делал. Кабанчиков, блять. Вогремать, сука. А знаете, что мне подвигло чел, который именно ему отдал эту хуйню, как он называется? Да хуй его, либо троллибой, либо, сука, брентролли. Чё делаем, чё делаем, алло. А это стоит сюда вообще? Первая обезьяна, что стоит вообще? Короче, блядь, Войд нахуй врывается, потом говорит, что пробегаем или, блядь? Ай! Покосило всех. А, задум, тебя сейчас БРнут, не вставай на всякий случай. Давай. Жди КД ответа чего. Класс там завалили сейчас. Сказать. Смотри, два трупа никто не переагрывает трех. Вот так вот уже, бать. КПС. Ты пошел в жопу с своим КПС. Это предпоследний босс. Потом Лизуджин. Которого ты не убил, да? Да, да я, блядь, потому что... Я вообще не ожидал, что мы вообще до этого последнего босса дойдем. Так а с кем ты ходил? Да хуй его знает с кем, не знаю, просто взяли и все и пошел. Не, мне отписал какой-то чел. Пойди там знакомый, там, типа, пригласил, ну, типа. Ладно, хочешь, давай хочешь. По порядку. ДК у вас был? Да, был. Пару паладинов или один? Паладинер пал. А, ну и ты что же второй? Да, и ШП был. И лог был, и... Ну понятно, без лога никак, без ДК тоже сложно. И Мишка был, и сова была. Короче, была сова, лог, ДК, Влад ДК, Мишка, Эрпал, Колипал, Эршам, ШП. Ну видишь, пурик, два... Пурик, 9, пурик. И был, короче, хан десятых. Четверо, нас всего 9 человек было, да? Ну да, мы в 9 идем. Да, в принципе, мы в 9 ром убьем. Раз а никто где, не хочет. А где, на ком вообще? На ком? Это будет. Не слушай его, мы, блядь, из Луджина завтра разум убьем. До Джиналая дошли или что? А мы уже Джуджина, блядь, убили, возвращаемся обратно. Хотя, знаете, я вам скажу честно, вот Дженлай, вот когда там, честно, я так не знаю, когда сферы появляются, нужно, типа, два шага делать, становиться на полсекунды, два шага делать, сферы появляются просто, на все. Не надо отбегать полностью. Я вот убедился уже, не знаю, шестой раз хожу на этого Дженлай, уже убедился в этом, реально. Просто два шага делать, тупо, то бишь, вас притягивает, 2 секунды тупо считаете и тупо одновременно толпой просто навсего или разбегнули 2 шага раз, 2 шага раз, 2 шага раз и не так будет много сфер. Ресайте, Войт, Роми, блять. Чё, похуй, что ты сейчас? Ты чё там орёшь, похуй, что ли сейчас? Я? Не. Дальше. Давай вот этого вот убить. Вы не трогайте его вообще. Отойдите. Да? Что, будем пробегать? Его не трогают.
Присните мага. Сутулый, да, разведчик? Смотрите, вот этот, который разведчик стоит, вот его вытягивают сюда и здесь убивают. Только чем мы его вытянем? Давай стан, корни по КД на него вешай, скифон, чтоб он пиздюков не позвал. Просто по КД, не хиль, вешай корни. Он еще гусяра идет. А, нормально. Ты видишь, они секунды без толпы. Даже вдвоем не огрятся. А не потому что очкопидоры. Так, ладно, ух ты, ничего себе. Мой нахуй. Да не, наглянь, даже на трансмут пойдет. Ты че, сука, едешь, а? Ты мастер. Как там тебя? Аккуратно, там справа не загрите могут направо. Питер Пати назад пати. Ишь, сука. Кика-кика, он мой зов хочет у врага забрать. Кишон, не сагри, справа мобов, что тут у тебя колбасит? Че, он дергается, да? И дергайся там быстро, быстрее что-то. Ну, давайте, что решаем? Че, бежим? Давай этого, ладно, лупанем черепка. Да. Отлично, много трэша. Рублей 20. Играйте через череп. А что такое череп? Это то, что... Круглая беленькая херня. Рыгатели, блядь. Слышишь, кричит ара, ара, блядь. Зон-зон. Ара. Ара, зон-зон-зон-зон-зон-зон. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, да-да-да. Пошел нахуй, да, моему. Когда ты в тонкишь, он ракает. Прикол в том, что я в сне, блядь. Дай мас диспел фьюз. Ебать. Тупо. Хохуя не спасаю. Смех. Тихо, не сдохните. Где пахнет? У меня нет. Блять, я в сне. Сань, кстати, если что, сможешь? Я тебя не имею, проверить не буду. Еще раз. Скифона тоже когда нет.
ты я ШВ отдал. С криком. Так пусть. Сюжет катился, кстати. Я думаю, чё, блядь, там вот не откатывается, блядь. Обдил кто-нибудь тебя не повесил. Опа, сразу позабирал как. Прикольно, да, пропаларом, блядь. Иго на арену два протовара, да? Мне там всех обоссан просто. Ничего себе, четвертый ПДПС. Что кольцо не делал квест Ломана, вот эту палочку юзайте на лягушку на болоте там по центру карты. Че это такое? Где вы берете, блядь? Дайте бдительность. Да. Это твои дети, Роми, блядь. Слышишь, тихо, ты знаешь. Давай, не могу. Лично никогда не переходи, понял меня? В чем тут лично я, блядь? Это кто там говорит вообще? У нас нет ДК, мы трэш долго чистим. Мы уже Джайна бьем. Даже она пришла уже поржать с того, как мы идем по Голоману. Так зачем это вообще, смотри, зачем этот Голоман сейчас, ежели уже ЦЛК и РС открытая. Просто реально просто, чтобы проходить до 10 и 25 дней. Да нахуй не надо эти тринки, блядь, есть РС уже открытый. Ну, есть люди, которые, блядь, не хотят учиться в РС, в ЦЛК, им легче, блядь, Золоман открывать. Ну, здесь вот. Топовых очень много вещей. Да хуйня эти вещи, отвечаю просто. По сравнению с ЦЛК и РС, это хуйня полная, отвечаю. Троллейбой, ну да, троллейбой, ладно, если там на 3 сундука, если чисто идти постоянно. Ладно, хорошо. Не тринька более. Ретриков. Не, ну смотри, вот. Меня интересует просто. Триня хорошая, она как чешка. Она точно такая же, как чешка с обличкой. Это считай второй шанс забрать чешку. Плюс, если ты эту триньку возьмешь, она будет профитнее вместо воли, если ее взять вот этот зов и чешку ЦРСки. И тогда вообще будет хури топ. Ну, брат, ну, Войт, ну, брат, пойми, уже ЦЛК открыта, да? И есть уже РС. Тогда это было реально топовое. Честер, я тебе могу тоже со своей стороны добавить. Смотри, вот эта триня, которая проклятая голова, она с таликом, который не героический, она вместе стакается. И она на Элема будет получше, чем... Ой, фу, чем чешка. А чем она лучше? Куда идти? Как босс у нас сейчас? Как называется босс? Тут суть... Ну вот голова, вот триня. Тут самое главное, что просто Зул'джина убить, чтобы пойти в 10 гир и 25 гир. Все, не более, просто пиздец. Ну и троллейбой, если на 3 сундука. Просто на 3 сундука ходить просто. Честер, я тебе еще раз перебью. Посмотри параметры вот этой чеши, вот этого трини вот этой.
она равносильна героическому талику. Да. Так, ладно, давайте по стеночке аккуратно пробегаем. Да, смотри. Ой, вот, смотрите, есть пиздюк один. Есть. Черепочек. Это обычка целка Ланатель. Очень такая. Давайте, знаете, статы, как... проверь статы. Вот, давайте, подождите, не флудите, будем пробовать пробегать. Вот тут стоим, где я, звезду. Крик на ХП дайте. И будем бежать за мной, только Вой чуть-чуть постарается со мной. Сейчас готовность. Поехали. Вперед. Давай. Прямо. Нам главное добежать до стеночки. Вперед, просто прямо в стенку упирайтесь и становитесь. Все, падаем здесь. Надо было так сразу делать, не кипать мозги с тем трэшем. Взял веточку в рейде на оффлайн. Может, выкинула. Да кого убьем-то? Вообще всех убьем сейчас. Так, Мак, протуйся, блять, в Долоран. Я не знаю. Его Мацрес не достал, кстати, Мак. Походи, протуйся в Долоран, короче, сейчас тебя суманю. Зачем в Долоран портоваться? Ну, поломанный. Ну, так тем более, да, делай порт. Починить. Давай 10-го найдем. Что там, веточка? Я должен Долоран. Давайте я могу, возьму 200-го. Суманете. Честно, я, вот честно, вот, да, вы можете правы в том, именно что троллейбой там падает именно реально, если по сундукам ходить именно по времени. И смотри, оно как бы пухо троллейбой, да, за ней можно ходить. Внутренника тоже, как бы, ну, если люди знают тактику, она не такая сложная. Ну, как бы, и часть не убивают, то это, считай, лишняя пуха есть из первого. Тут именно люди просят, зачем? За тем, чтобы именно идти в геры. Просто 10 гер и 25 гер. То бишь, нужно убить злоджина. Вот и все. Тут ничего тяжелого вообще нет, я тебе отвечаю, просто нет. Вот. Тут нужно именно соблюдением просто мизерной тактики, просто ДПС и ХПС. Все. Дело в том, чтобы убить... Ну тут не соблюдает просто нам. Чтобы себя, собрать рейд ЦВК 10 гер, нужно, чтобы люди, которые туда идут, убили лича 25-й обычка. Нет, ну, 25 обычка не нужна. 10 должен. Еще раз объясняю. Если... Чтобы пойти 25 гер, нужно 3 геката, Зулджин и 25 оп лич. 25 гер. Мы про десятку говорим. 10 гер, 10 лич и Зулджин. Ладно. Вообще не Честер, слышишь, стой, кто у вас молнии забирал на третьей фазе на Зулджине? Как вы делали вообще на третьей фазе? Я не помню. Ну, вот раз ты не помнишь, значит, о чем тут ты говоришь? Изи. Тут попробую, там очень большой рандом с этими молниями, ты с ними очень, грубо говоря, задолбишься собирать. Почему, думаешь, Зулджина довольно-таки сложно убить, мы уже как только не пробовали. Тут очень много зависит реально от рандома. Говорят, как-то собирает этот феррал. Говорят, потому что у нас либо я когда ходил, не было ХПСа, либо просто нам всего АДД слакали, либо именно АДД слакали, которые не знали своих именно просто нам всего с классов. Я уходил точно так же сегодня, просто нам всего ШП. У него, блядь, там, ну не знаю, не отошел, не прожал тучки, сдох просто, элементарно просто, грубо говоря. Что делаем? Эрпал, не прожал бабл, сдох нахуй, мать. Не знаю, что класс. Так, Честер, все, тихо, у нас рейд, мы должны идти. У меня вот сосед чихнул только что, когда я говорил, ебать. Честер, у нас рейд, мы должны сейчас пройти. Ты нам реально мешаешь людей научить хотя бы чему-то. Ты считаешь это нормальным или нет? Че, куда бежишь? А вот на ступеньках начинаем разбирать тех птичек. А вот эти справа не сагрятся?
Мы их бьем по началу, те, которых я дал метки. Давайте, да. Где хил? Честер обид, ветер хилил, хилы не хилит. Угу. Агру не держи. Сука, а он что-то сам срывает. А ты думал, перекинь веточку в восьмую пать, пожалуйста. Смотри. На самом деле мы за этот рейд уже получили свою ЕП. 5 ЕП это много, блядь. Чё? Ой, это отними 2,5 ЕП. Ну ладно. А ты чё, восьмой ушёл, батя? Сань. В смысле? А ты у тебя кто-то? Второй момент, там что-то чудес, блядь. Второй момент, папаскун какой-то. Кто? Ну берешь и таскаешь всех подряд просто так, по тоску. Да нет. 263 вар просился, но я думаю, я вот четвертым не будешь, наверное. Надо большой темлевел не дать. Если пишет тебе в рейд там 260 дней, темлевел не подходит, говорят. Слишком большой. Лов 249, что говорим? Ты что, маленький там? Нормальный, блин. Профу бить. Дисциплина, Анна, РДД. Смотрите, на самом деле, следующий босс, которого мы будем бить, тут очень большой ДПС не нужен. Если у нас мы очень быстро переведем босса, у нас будет все плохо, он разобьет все яйца, и мы вайпнемся. Поэтому даже если у нас очень большой ДПС, мы его доводим до какого-то момента и просто останавливаемся и ждем, пока благополучно разобьем нужное количество яиц. И только потом будем его переводить. Че, брать лока? Моя. Где поискать спала? Пошел в жопу, пал, да, пальцем. Сам пошел. Вот смотри, моя по-любому. Хуй тебе, блядь. А, орхидея. Резайте, народ, что стоите, блядь. Чё мы слабаем? Резайте меня. Мне послышалось или кто-то сказал, что он застрелит из-за того, что он использовал чар. Ты хрена его что-то скопировал? Че, будем сумонить или будем бить? Сумонить. Ставлю шкаф. Куда же тыкнут первую? В первую очередь. Ты к нему в глаз. Пиздюка, ты меня заебал уже. Мастер аут. Че, этот же на лайн был? Да. Шо, будем бить его сапротами? Или тактика галактика? Вы же выяснили, сапроты бесполезны. По сути, так. Если нормально отходить от бомб, ну, он разносит такие бомбочки, то все в чёрт. Два по-любому. Там я не знаю, как он будет справляться. Даже сапротами попадаешь, я не думаю, умираешь. А да, тут одного яйца не играешь. Так что толку нахуй от этих саппортов нету. Я тоже думаю. Давай пробуем лишние бабки.
Обиделся. Пошел серфи делать. Доказательства, так сказать. Да не, просто Скифон правильно сказал, реально слишком много флуда, мы тупо в таи ничего не делаем, мы должны реально идти. Поэтому после того, как свои сундуки расслабились, мы уже должны быть, давно должны были здесь. Да. Сука, сюда мне притыпается, ну ёбок. Так у меня статов больше. Че у тебя там сила атаки? Сколько сила атаки? 4842. А, ну это из-за сила атаки, у меня 5047. Может еще и запухи какая-то пуха там. Да, пуха у меня говно. Это из-за пухи. Там скалируется сокрушение. Ну и все реванши, все это нет. Не заходим, да? Стоим здесь, на лестнице. Как дать ебаные метки? Вот эти. Короче, смотри, где готовность, жмешь на нее. Нет, не на готовность. Рядом с готовностью есть флажок. Понял? Вот, можешь ставить меточки. Короче, смотрите, ребят. О, сука. Убираю теперь оттуда. Угу, спасибо. Я не знаю, ну, пьем без сопротов, ладно, рыбу я поставлю. Давайте рыбав пока. Че он использует? Где танчить? Че делать? Танчить его по центру. Ставь его, наверное, не знаю. Короче, спиной. Короче, он кидает бомбы нахуй, которые надо рейдж держать. Рейдж у них. 8 где-то. Все. Между бомбами. Вот это вот, видишь, где я бегаю. Это стена огненная. И также это все стены. На той стене, вот на этой тоже стене, это тоже стена огненная. И каждая стена огненная, вот на нее стоять нельзя. Тоже рейндж 8. Понял? Появляются два моба. Мы сразу свечуемся в них. Левого первого, где синий. Синяя метка, левого мы заливаем, правого старайтесь держать. Правого, короче, доводим до 200 тысяч, и вы свечуетесь босса, я довожу его. Правый моб идет вот туда по мостику, если видите, где яйца слева. Вызывает определенное количество мобов. Его, этих мобов агрит второй танк. Вторым танком будет у нас воид, потому что он вроде бы более, так скажем, живуч. Танчит мастер-ролл, получается. Как только после второй притяжки на мобе я добиваю моба, воид догревает весь трэш, мы свечимся в него, заливаем весь трэш. Точно так же второй раз выходят два моба. Левого убиваем, правого доводим. Потом он вызывает всех окончательно мобов, мы их заливаем. После этого начинается все наоборот. Убиваем на третьей фазе, когда выходят мобы. Правого моба, левого оставляем, доводим. Ну и так далее. В общем, все буду по бою анонсировать. Ставлю рыбку. Мастеру, перевеши вилку на ДД, ты на боссе. Рыба стоит. Вот смотрите, сзади стоят метки квадрата. Его забиваем сразу же с пула. А кругляшок, он... Пускай этот моб поднимается, идет вот так вот, так вот, и туда уходит. Поняли? Да, кругляшок я буду доводить сам. Проверяйте бафы. Вот, если что, все, бежите.
Слушай, чек на пол понадобится. Вот две метки вам, если что, вы прям в них запекаете, когда будут. Да нет, не держит. Просто одного убиваем, одного доводим. Все, поехали. Перед лицом не стоит его, он огнем даст. Трэш снизу идет. Ну вот, вон он. Без саппорта. А че он просто повернулся и дыхнул, да? Давайте учитесь. Так это же... Эвейдим. А, хотя сейчас трэш. Давайте лучше с Эвейдим, я хуй знаю, зачем так будет. Давайте выводить его, выводить. А почему он поворачивается? Так и должно быть? Он в любую сторону просто берет, огнем дышит, если без саппорта, вот такой. Ну вообще надо стоять дальше тогда, чтобы не попадать куда-то. Попадает по всем, он до стены пробивает, неважно сколько там раз. Ты поставил ты тем от огня? Че сейчас сбоку стоит? Да какой-то тем от огня, забудь про это все. Ну почему? Да этот босс бьется под саппортом, все. Ладно, значит давайте... Так правильно, если еще и сапроты будут, то вообще нихуя не будет. Да, Скифон, тут хилить вообще нечего хилить на самом деле. Тебе вот по-любому надо будет сапроты, потому что там трэш вот этот маленький, он там огнем. Кто падал, поешьте рыбу, еще стоит. Не, у меня вопрос. Вот босс, он повернул его спиной к нам, вот откуда мы пришли, да? Почему босс поворачивается? Смотри, как босс дышит в любое случайное направление в сторону людей. Если там несколько людей, то попадает по всем. Это вот как, знаешь, как в Диабло. А, последний раз тупо в одну какую-то сторону вспыхнул, все, по всем. Ну, тогда, соответственно, у меня вопрос. А почему не встать равномерно вокруг него, чтобы дыхание не попадало во всех, в двух, в трех? А, смотри, там даже если оно по трём, по четырём попадает, больше урона никакого нет, хилы вообще просто спокойно, легко это все прохиливается. Ну, тут важно, это... чтобы оно потнуло, а главное это прыгнуло. Это понятно, что оно прохиливается. А мы вздыхаем, ну давай сейчас посмотрим. Просто встаньте сейчас кружком вокруг босса и все, и пускай рискифон одного человека двоих захиливает. Ну не так, чтобы три сразу, четыре. Саппорты бейте. Вот РДД по бокам, да? По бокам стоит. Милики сзади, спиной к лестнице. Танк туда, спиной. Рыбу все съели, успели? Угу. Приставов. Ребята, закончились реги у приста. Это, Лок, подожди, стой, а ты перебил силки, у тебя есть 1800 жизней? Вот из-за этого он лег сразу. Там три тела умерло. Сейчас ладно, поехал, хорошо. Танк пошел. Заходим. Гол. По бокам разойдитесь, ДД, сейчас вас 10 человек, опять дыхнет он. Или вам похуй? Разойдитесь, вон. Все равно, блин. Да, но... Агро сорвали. Ты бдилку не дал? Я даже не бил, блин. У меня раги не было от самого начала, блядь. Да, я вижу, 23 руки. ПРО, чё стоите-то? Вот он вас притянул, не попадайте под эти... Бомбы. Есть свободное местечко, стойте. Ой. С любовкой невнимательно. Надо бегать. Че надо бегать? От бомб. Я не знаю, урон не получил. Будет печенька, будет квадрат синий. Ну и соответственно звезда. Бегайте за ними, они встанут сюда максимально точечно, вдалеке от бомб, чтобы не попасть под бомбу. Ой, внимательно. Лови.
Видишь, трэш с двух сторон, а так мы одного заливаем, со второй стороны трэш вылетает. Ты его весь агришь. Давайте выйдем, мы сейчас вайпимся. Да, конечно, выйдете. Ну, уже надо по-своему. Сделать заранее. Блин, там через это... А, ну ты чё сам, да? Столба. Короче, суть чуть-чуть хоть поняли? Давай я на бусину постою. А, трэш. Да, у меня опять сэпуман посох. Прикол не в этом. Я на роме, во-первых, вилку забыл кинуть, а во-вторых, блядь, у меня раги не было от самого начала. Я ворвался и без раги, нахуй. Да я что-то не хочу на этом трэше бегать, да ты понимаешь. Конечно, нахуй. Шкаф с кифоном суммонен. Я буду, блядь, ничего не делать. Я тоже ТП сейчас починюсь. Давайте все, может, кому надо починиться. Смотрите, чтоб по 150 раз. Так, мы при самоне. Мастер, ты почему, блядь, без запротов, а? Потому что они нахуй не нужны. Вот сука, сдохнешь, блядь. Боже. Я не сдыхаю. Кот без лута, нахуй. У меня нету сапротов, блядь. У меня есть последний сапрот, кидает трейд. Блядь, маг, который солчатый тот сапрота. Потому что я ему давал сапрот. А, не, могу не давал, честно, могу. Орхидея без сапротов. Почему? В смысле, ты что, слепой, что ли? У тебя глаза уже слиплись уже ночью. Рыбу поставил, ешьте. Слышь, ты только что выпил, блядь, 4 минуты прошло. Накурился. У нее 56 минут на сапроте. Да завязывает. Ну, в том-то и дело, блядь. Роми, блядь. Тише, тише, не ругайтесь. Да, вас стреливает. Чё у вас, блядь? Вы просто, блядь, думайте назад. Трэш пошёл, вот этого, блядь, убить надо. Вот этого, блядь, вот, я прыгаю на нём. Да, первого левого заливаем. Синий квадратик. Право я сам доведу. Все, все. Поехал. Подожди, сапрдик, блядь. Я не бил, сука, КП. Поехали. Трэш. Слились трэш. Влево во все. Право без дот раздамажьте, Дум добьется. Бомбы. Все, встали в череп. Молодцы, твой петух. Нихуяся. БР, Войда. Орхидея, БР, давай. Быстро. Войд, готовься трэш собирать. Бафы на него, бегом. Баф дайте.
тот умрет. Заводи под... раньше. Под босса заводи все. Бомбы, бомбы, бомбы. Не стой близко к стене, любовка, умрешь. Все, БР, больше не раздавать. И больше не... Говорю, кто не видит, бегайте за квадратиком, за печенькой. Где моя звезда? Я звезда. Трэш слили весь, чего вы стоите там? Да, трэш, что я сам. Упс, мага тяжко будет. Бомбы, бомбы, бомбы. Вот сюда. А, нет. Бежать, бежать сюда. Ой, блядь, вся пизда. Нет, он жив. Ну, теперь понятно. Влились в левого моба все. Трэш, трэш выжил. Смотри, видишь, он по всем пыхнуло и строго позже будет опрохило. С бомб побежали. Войт, крепись, теперь он будет до конца звать. Ты готов все собирать. Будем заливать только когда всех вызовет и соберешь. Под босса веди. А, скифон, себя БР. Ой, фу, Иннер сюда. Дай шевелой. Собираю вот. Все заливают трэш АВЕ. Ну кто может, конечно. Да, расход. Он на трэша умер, с него трэш не собрали, мы не смогли прокинуть от блять. Расколтус он не давал. Ну трэш убиваем, чего вы стоите-то? Трэш вышел. Блин, да. Так. Ну что толку тут, в принципе? Довели до 200 тысяч этого моба. Все, оставьте его. Все. Уронил. У нас просто мах упал, это ОУЕ минус. Нам залить вот этот весь трэш массовый, который птичек и все. Ребят, ничего не хочу сказать, но нас с лестницы притянуло и мы упали. Это скорее всего последний драк. Потому что смотрите, если я встану, он савится. Давай, вставай. Все. Что все-то? Нахуй ты вставал?
Все, ребят, всем спасибо за рейд. Ну, как-то так вот, собственно, вот так это делать. Сорян, лоб, повесили тебе. Ну, хотя затрат обновление. Да, всем спасибо. Ну, как-то так. Ничего сложного нет, конечно. А что дальше-то? Потому что мы долго, да. Давай убьем этого пидора. У тебя 4 часа ночи уже. Не завтра в сутки тоже. Да, блядь. Сейчас 10 минут, и мы убьем его. Уже все. Мы только 20 минут будем бежать туда. Тогда уже все.